2016 жылдың 24 март күні ертең менен болжол менен 8 чамасында прокуратураларынын үйүндө оңдоо иштерин жүргүзгөн куруучулар келип, канга боюлган бөлмөлөрдө үй тургундарынын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн денелерин табышат. Алар 59 жаштагы Надежда Провоторова, бир тууган сиңдиси 56 жаштагы Екатерина менен 25 эми толгон жакында эле турмушка чыгып, боюнда бар Алина 3. Бул окуя коомчулук арасында бат тарап, чоң чуу жаратат. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тартип сакчылары иликтөө иштерин башташат. Март айында болгон каргашалуу окуя боюнча май айында кылмыштын бетин ачтык деп 6 шектүү кармалганын калың элге жарыялашат. Колго түшкөндөр окуя болгон жердин тыйрек четиндеги тургундар экени белгилүү болот. Версия следствия заключается в том, что шестеро молодых парней, которых мы защищаем, совершили тройное жесточайшее убийство. С 23 на 24 марта, что якобы они находились все вместе в доме одного из подсудимых, выпивали, потом, оказывается, у них, им, видимо, мало показалось, пошли, денег не оказалось, и один якобы из подсудимых сказал, что а вот здесь в соседнем дворе, в соседнем доме, именно доме потерпевших, в гараже есть медная проволока. Мы можем медную проволоку взять, продать, а потом докупить спиртное. То есть вот этот мотив изначально инкриминировался нашим ребятам. Затем получается, что как будто они пошли. Сначала по версии следствия отрабатывалось, что двое несовершеннолетних проникли в дом именно за медной проволокой, а потом, получается, залезли через ванное окно, через окошко туалетной комнаты в дом и совершили такое жесточайшее убийство. И более того, что идет как бы версия, почему жесточайшее, потому что там одна из потерпевших была беременной женщиной. И я могу немножко акцентировать внимание, что такое жесточайшее убийство, скажем так, я по первому образованию эксперт, считаю, что, скорее всего, не могли совершить они. Почему? Потому что сначала наносились, значит, телесные повреждения тупыми предметами и достаточно наносились по тем областям, которые приводят к обездвиживанию и бессознательному положению людей, то есть по височной и по затылочной области. То есть люди знали, куда бить целенаправленно. Более того, после того, как их обездвиживали, после этого перерезали сонные артерии. И вот это вот такое достаточно жесточайшее убийство инкриминирует нашим подзащитным шестерым. Вы сейчас говорили о том, что вот по началу версии было двое несовершеннолетних. Да, двое несовершеннолетних проникли в дом, совершили убийство, медной проволоки не оказалось, то есть они из гаража полезли потом в дом, не оказалось, они якобы похитили золотые украшения. Где были остальные? Остальные стояли, скажем так, около калитки, ну, смотрели, чтобы никто не там не проехал. Как бы наш, ну, как у них называется, на шухере. Алгач табышында айып менен жаш жетелек эки баланы негизги карман кылып, калгандары көчөдө турган деп ишти жыйынтыкташкан. Бирок тергөө бул версияны көпкө кармашпайт. Потом версия меняется. Я объясню почему. Потому что следствие не может никак доказать их присутствие. И для того, чтобы доказать их присутствие, помимо признательных показаний, они начинают проводить такие следственные, скажем, такие действия незаконные. Они приходят и начинают договариваться. Сначала выходят на наших подсудимых, потом выходят на адвокатов. Лично ко мне обращался следователь, более того, к моему подзащитному следователь зашел без присутствия адвоката. И это у меня есть документальное подтверждение. Я сделала запрос и получила ответ. И мой подзащитный четко сказал, что ко мне приходил следователь, сказал, возьми на себя то, что ты это видел. Тебе тогда будет инкриминироваться укрывательство Пудовкину. Лебедеву тоже сказали, что возьми на себя, что ты спрятал золотые украшения. То есть тому, типа, ты стоял, видел, вынесли, и ты эти золотые украшения просто у себя держал. Тогда тебе будет инкриминироваться укрывательство. Но когда мои подзащитные лично двое отказались от этой сделки, версия следствия поменялась достаточно серьезно. Сейчас, получается, предъявляется обвинение не двум, ни Куликову, ни Гогину, а предъявляется обвинение Лебедеву, Шулике, Белоусову.
то, что трое они залезли в дом, проникли. Пудовкин стоял как бы около калитки, и Гогин, и Куликов то же самое стояли на, как бы, около калитки. И они, получается, туда проникли и совершили это данное преступление. Албетте айтталып, кармалган балдардын жактоочулары тергөөнүн бул версиясын четке алып келишет. Айтымдарында балдардын бул кылмышка катышкандыгын жокко чыгарган бир катар далилдер бар. Буга алардын 14 томдон турган кылмыш иши менен таанышып, андан сырткары өздүк иликтөө жүргүзүп алган жыйынтыктары себептешет. Жана алгач Илья Пудовкин туурасында айтсак, каргашалуу окуя түнү, ал үйүнөн чыккан эмес, дейт Анара Кыштобаева. С 23 на 24 марта Пудовкин, у нас полностью есть хронология его пребывания. Сначала на учебе, потом на работе. Более того, он в 21.30 со своим другом, вернее, с 16 до 21 он со своим другом распространял сим-карты в селе Новопокровка. Потом они поехали в роддом к его подруге, после этого они разошлись. И где-то в 10 часу он вернулся домой. То, что он вернулся домой, свидетелями являются его родители. Более того, к ним приезжали, значит, свидетели. Одна свидетельница, которая дала показания, что она в 10 часов вечера его видела, поливающих это розы, кусты роз. Далее видели его в 3 часа ночи гости, которые находились в доме Пудовкиных. Он просто в 3 часа ночи прошел мимо них, мимо кухни, значит, в уборную комнату. Естественно, в ночном, ну, с ночных этих вещах, не одетый. Более того, поздоровался и прошел. То есть есть свидетельские показания. Что еще подтверждается? Его алиби подтверждается его полностью хронологией распечатки телефонных звонков, начиная с 23 на 24 утро, то есть где он находился. 24-го, то есть с учетом локализации базовых станций. И по всему его маршруту, где он находился, у нас есть свидетельские показания, как он распространял сим-карты, где он находился до распространения сим-карт, то есть свидетельские показания сокурсников. Потом, получается, свидетели, которые ночью видели его. И утром. Утром он, значит, и тоже есть свидетельские показания, что он выехал утром, взял по дороге одного из сокурсников. У них произошла трагедия в казаческом обществе, и они поехали на похороны. Более того, когда похороны состоялись, после похорон, где-то часа в 3 после обеда, они вместе с одним из своих его, значит, знакомых, они поехали в Киршук, когда узнали это. Потому что одна из потерпевших была его учительницей. Они, наоборот, даже поехали на место происшествия, чтобы помочь что-то сделать. И там стоял вопрос о том, что они очень сильно выпивали. Ни один из свидетелей не подтвердил запах перегара. Ошондой эле жактоочулардын айтымында каргашалуу окуя туурасында тартип сакчыларга хабар жеткен соң, ошол эле 24 март күнү болжол менен саат 14 чамасында ордунда эксперттер иш алып барышып, окуя болжол менен түнкү саат 2-ден түнкү 4-төрт чамасында болгон деп божомолдошот. Ал гана эмес, айыпталган 6 бала тең 23 март күнү кечки 9-дар чамасында биринин үйүндө чогулуп, спирт ичимдиктерин ичишип, кийин сырасы түгөнгөн соң акча табуу аракетинде бул кылмышка барышкан деп тергөө айтып чыккан. Жана бул туурасында айыпталуучулардын бири Александр Лебедев кылмышты мойнуна алып айтып бергендешкен. Ал эми өздүк иликтөөсүн жүргүзгөн жактоочулар аталган убакыттарда айыпталуучулардын бири да 3 адамдын өмүрү кыйылган прокуратуралардын үйүндө болушу мүмкүн эмес деген далилдерин чогулуп чыккан. Все обвинение строится на первичных показаниях Лебедева. Почему? У Лебедева достаточно очень нехорошее, скажем так, окружение. У него отец сидит, там еще что-то как-то. И потом он работает сельщиком на больших таких, ну, полях, где сеется рожь. И в это время там произошло достаточно серьезное происшествие, кража нескольких тонн зерна с соседнего поля. Этот инцидент был, в принципе, окончен, то есть сам заявитель забрал свое заявление, я с ним тоже встречалась, то есть мирно решили вопрос. Проведя еще снова расследование и с учетом локализации базовых станций, там четко высветится, что с 12 ночи до 4 у него высвечивается, до 3 часов ночи высвечивается Сокотинский ОВД. Я встретилась со специалистом, и он сказал, что да, если не загружена станция, а ночью она не загружена, естественно, будет показывать самая ближайшая станция, Сокотинский ОВД. Я делала запросы в Сокотинский ОВД, задерживался ли мой подзащитный. Я встречалась с участковым. Участковый говорит, да, его задерживали именно этой ночью, но он показания отказался давать. И, к сожалению, на мой адвокатский запрос не было ответа, то есть, что именно был привод
моего подзащитного. Ну, к сожалению, в журналах регистрации этого не оказалось. Да, есть свидетельские показания, более того, и он сейчас тоже начинает вспоминать, да, Эдди, говорит, я выехал, да, мы продавали мешки зерна, каждый свой мешок зерна, и меня там задержали, и более того, потом я вернулся на свое поле. И в 7 часов, когда приехала снова бригада, его на поле увидели. И все свидетели показывают, что он был то в том же одеянии одежды, что никаких пятен крови на его одежде не было, что он был трезвый, что запаха перегара не было. Жактоочулардын бири болгон Элдар Белоусовдун кызыкчылыгын коргогон Али Магеевдин айтымында учурда айыпталып, кармалып 2 жылдан бери убактылуу кармоочу жайда отурган балдарды жалгыз гана алардын берген көрсөтмөсүн негизинде күнөөлөп жатышат. Бул тергөө өз ишин өз деңгээлинде аткарган эместигинен кабар берет дейт. У нас есть статья в Конституции Кыргызской Республики, где черно по белому написано, если даже лицо признает свою вину и должен быть осужден, судья не может вынести приговор только по его показаниям, если нет других доказательств. В данном ситуации противоречие. Чем я доказываю невиновность своего подзащитного? С 23 на 24 числа у моего подзащитного есть алиби. Он находится в доме у друга, где видит мать, отец, сестра, его друг. Кроме этого, вечером где-то часов 11 они идут, покупают в магазине продукты питания, которые на судебном процессе пригласили эту женщину, которая подтвердила, что действительно приходил туда Щулёк, этот Женя и вот парень, который за решеткой стоит, то есть опознал моего подзащитного. Утром в 7 часов он со своим другом встает, и мой подзащитный приезжает на обучение из Киршоки в город Бишкек, в лицей. Его там встречает девушка, которая с ним учится. Я дал ходатайство перед судом. Уважаемый судьи, ребенок, который совершил преступление, и его подозревают в тяжком, особо тяжком преступлении, давайте пригласим однокурсников, пригласим педагогов, которые в тот же день, 24-го утром, обучали моего подзащитного. Так допросим, пусть они охарактеризуют моего подзащитного. Если человек совершил преступление, мне 50 с лишним лет, если, не дай бог, что-то такое, любой человек, психология нарушается, его даже разговорная речь меняется. Он даже смотрит в тебе в глаза, а образно он ничего не видит. Девчонку ходатайство дал, не допросили. Ходатайство даю преподавателям допросить, не допрашивают. Мне пришлось самому пойти опросить, это свидетельскую базу набрать и прийти ходатайство перед судом. Ну, спасибо нашему судью, он взял и приобщил. Хотя прокурор настойчиво стоял, говорит, нет необходимости для приобщения к уголовному делу. Со стороны потерпевшей, обвиняемой стороны, они заинтересованы растягивать данное уголовное дело и ввести в заблуждение суда. Так где безумца невиновности, где справедливость, гуманность наша? Али Магеев жаш жетелек Элдар Белоусовду сурак алганда дагы андан кийинки процедураларды жүргүзгөндө да жанында аны коштоп жүргөн расмий өкүлү болгон эместигин айтат. Андыктан тергөөнүн ага кандай мамиле кылганда шек бар деп эсептейт. Есть процессуальные действия. Мой подзащитный, там как в протоколе воспроизведения пишется, несовершеннолетний подозреваемый Белоусов добровольно волеизъявил показать место преступление, где он совершил данное деяние. Так если он волеизъявляет добровольно, так рядом должен быть адвокат, и с левой стороны его мать, законный представитель. Закон так гласит. Я-то сам не беру, мы выполняем законы Кыргызской Республики, где мы живем, и должны, и обязаны исполнять его. Нет же. Адвоката он не видит, а мать говорит, я сидела в Киршовке, ждала своего сына. В протоколе-то пишется, что, допустим, 24 марта 2000 такого-то года, 15 часов 00, я такой-то волеизъявляю показать место преступления и выезжаем со здания МВД. Мы выехали на главную дорогу, то есть на улицу Советская, Иваницына на Советская, повернули налево, выехали на улицу Джибек-Джулу и повернули в сторону
Канта и едем по этой улице до, допустим, Киршовки. А потом с Киршовки он должен говорить, на какую улицу. Это все фиксировано без адвоката, без законного представителя. И вы считаете это на законном основании? Али Магеев айтып жаткан Илдар Белоусовтун окуя болгон күнү. Жанында жүргөн досу Евгений Шуликов болчу. Бул баладагы учурда 6 айыпталуучунун бири болуп, убактылуу кармоочу жайда 3 адамды алардын ичинде боюнда бар аялды мыкаачылык менен өлтүрдү деген айып менен күн көрүп жатат. Анын жактоочусу Мырсал Осмонкулов экөөнүн алгач чогуу жүрүп тергөө айткан саат 9:00 чамасында бардыгы чогулган делген жерде болушу мүмкүн эместигин белгилейт. Албетте баягы биздин баягы адвокаттык ишибизде бир Эгерде кылмышты билгин келсе, мисалы мен адвокат, ошол эле кылмыш убагында алар менен жүргөн жокмун жанында. Же сот, же прокурор, же тергөөчү жүргөн жок да. Же күбөлөр болобу. Мынтип ошон үчүн биз бияктан бир ушу чынбы, чын эмеспи деп бир изилдөө бир амалдар болот да. Ошондо мына бул жерде күбө катары суралган, ошол эле менин мен жактап жаткан Шулика Евгений Сергеевич Ушел кошмы для гочуда, Исхатарован, Кишевка, Белинский, у него покровка гочуда, Белинский гочуда, или только не жашет, да, или только не чунда. Ушел один, был он некий омит каланда, ушел, да, был шек, то адам, деп, трюга тавалган, Белоусов, я наш Шуликан, Бюттуган, Харандаши, Волп, и че, что он некий, тюнку, он некий, он тут джимат, тут болек, да, барп, что дукундун, дукун джалуатканда, джалуатканда, барп, труп, харзга, Тамага шалышканда, мына жазып турат жерде. Женя Белинский 54. 100 сомго май алышты, суюк май 45 сомго макарон алышты, кетчуп, сахар болуп 230 сомго карызга жазып алышкан. Бул адам дүкөнчү аял, жекече магазини бар да, үйүндө. Сот кароосунда 1-май сотунан биз ошо өтүнүч келтирип, мен өтүнүч келтирип, ошо аял суралды. Ошол жерде ошол записьтин жазуусу берилди, тетраттын. Накталай тетрад берилген общий такой орусча ушу берип ошол жерде албетте баягы прокурор соттон болобу суралат да эмне үчүн бул датаны жаттап калдыңыз десе мен аны жаттай эмне кылам дейт мен анын баарын карызга алган кишилер жаттай берсем башым айланып калбайбы жазылуу менде деп ушул кагаздын өзүнүн дептерин накталайын берип атат бир жазылган баары мына Женя Белинский 54 деп турат А Белинский 54-тө Женя деген башка эч ким жашабайт. Анан сот кароосуна таанып атат. Мына могу бала. Дагы жанында мына досу камакта турган. Кийинен дагы бир карындашы бар деп айтып берип атат. Муну менен Мырсал Осмонкулов, Евгений Шулика жана анын досу ошол эле катардагы Белоусов тергөө айткан убакытта дагы башка 4 бала менен бирге арак ичип отурганын жокко чыгарганын айтат. Ал гана эмес, ошол эле тергөө айткан кандуу окуя орун алган убакыт аралыгында да ал өз үйүндө кошуна Новопокровка айылында болгонун айткан далилдер бар дейт. 01:30 часов дейт. 24 болуп калат да. Ошондон баштап ушул үйгө кириши алат да. Эми ошо рассеткан карайлычы, карайлып көрөлү да. Эми бул убакта баягы рассетка боюнча Шулик Евгений Сергеевич абонентский номери постоянно интернетте болуптур да. Мен ойлоп атам, значит, кылмыш кылып атып интернет менен колдонгонбу бул? Үйүндө интернет колдонуп аткан, э? Не, үйүндө деп жазып турат да мына. Базовый станция Село Новопокровка ШВК-1, ШВК-2 деп туруп, мунун телефонун кабыл алат да. Жанагы телефондон чыккан маалыматтардычы. Выходтарын. Жактоочулардын айтымдарында алар өздөрүнүн жеке иликтөөлөрүн жүргүзүп, болгон далилдерди ишке тиркетүү аракеттерин көргөндөрү менен көп учурда бул өтүү иштери четке кагылат. Андыктан бул иште эртерээк жабып, унуткаруу аракеттери жүрүп жаткандай сезилет деп билдиришүүдө. Биз келтирген көп өтүнүчтөр боюнча адвокат болобу же прокурор болобу же жабыр тарткан тарап болобу өтүнүч келтирет да. Сотко ушу сот ушуну келтирген өтүнүчтөрдү канааттандырып ушул жерде күбө болобу же бир материалдар болуп карап издеп көрсүн деп эмне себебине себептен берилет бул ар бир эле адвокат эмес мындай эле бир адамга специалист эмес адамдарга деп белгисиз да ушул маалыматтар чынбы калыптуу дегенге келиш керек да негизи ал жерде сот кылмыш орунда болбосо өлүп калган адамдар өлүп калды бирок алардын мыйзамдуу өкүлдөрү бар да Ошол сотко чыкпай, алар да болбосо кылмыш ордунда. Болсо айтып берди да, бул кыл депчи. Анан жабырлануучунун
мизамды өкүлдүн азыркы жабырланчулардын мизамды өкүлүнүн адвокат да болбосо, прокурор да болбосо, албетте аларга кызык болуш керек да. Чын эле ушу. Ушуну угалчы ушул кишилерди. Адвокатты келтирген өтүнүчтөн угуп көрөлүчү, эмне далил экен деп. Жок, андай эле өтүнүчтөр читке калат да. Эми ар бир адвокат болобу, сот катышчы болобу, соттун участниги болобу бир өзүнүн жекече ою бар да. Мен ошо мен жекече оюмду айтсам, бул жерде эптеп эле иштен кутулуп бир айыптоо өкүмүн чыгарып туруп жекече ой боюнча чакырып туруп анан эми макул болсоңор силердин бул менин өкүмүмө даттанууга укугуңар бар деген дегенге келип атат деп ойлоп атам да мен. Эмне үчүн? Эмне үчүн андай ой келип туулуп атат? Анткени ар бир кылмышты кылган соттолуучу болобу, соттолуучу эгерде камакта турса, камакта отурбаса деле анын тагдыры чечилип атат да. Ошого тергөө амалдары, сотко берилген далилдерди орусча айтканда они должны быть неопровержимые доказательства, которые никто не может опровергнуть. Ни адвокат защиты подсудимых, или там потерпевший, или там еще там кто-то. То есть они должны быть неопровержимые. А бесниш поинча, уже кайсы далилдер неопровержимый, мен таппай атам да. Мен ошо түшүнбөйм да. Жактоочулар тарабынан берилген далилдердин четке кагылышы бир болуп, айыптоочу тарап таянган кармалгандардын берген көрсөтмөсү да суроо жаратат. Анткени күнөөнү мойундарына алып, көрсөтмө берген балдардын бири Илья Пудовкиндин денесинен жактоочусу ар түрдүү жараттарды аныктап, атайын текшерүү уюштуруп, сурак учурунда кыйноого учурашы мүмкүн деген бүтүмгө келишкен. Билинер билинбеген, бирок көзгө көрүнүктүү жараттары сурактан кийин Пудовкиндин денесинде пайда болгон деген акалачан адистердин чечимдери чыгарылган жана бул кагаздарда жазылган маалыматка ишенсек, бардык жараттар болжол менен Пудовкин сурак берип жаткан убакытка таандык деп айтылган. Андыктан жактоочулар жаш балдарды кыйнап, үч тактап айтсак төрөлө элек курсактагы баланы эске алганда төрт адамдын өмүрүн алды деп айыптай бербей, же күнөөлөрүн эч кимге четке акпагадай кылып далилдеп, же балким башка да шектүүлөрдү караштырып көрүү керектерин сунушташат жана ал жагында өздөрү ойлонуштуруп, жактоочулар айткандай тергөө кылбаган ишти алар кылып, иликтөө жүргүзүп, башка да шектүүлөр бар экенин аныктай алышкан. Табылган колдорунун издеринин негизинде алар кимге таандык экени бүгүнкү күндө мындай бир толук десем дагы мындай бир кичине бир маалымат бар да, ошол билиш керек да. Эгерде кылмышкер ал жерде колдун издери калса, сен бардың беле, барган жокмун, жок деп койсо анда жок боюнча калып калабы? Эмне үчүн ошо жок деген сөзү текшерилбейт? Мындай эпизодический текшерилбейт. Ошол эле мобильный связьлар боюнча, ошол эле мага чейин айтып кеткен коллегалар боюнча, автомашина боюнча, ошол эле бир соттолуучунун чоң атасынын айткан көргөзмөсүн толук текшериш керек дегенде КСК деген бар. Ушундай көп көп бир мындай эмелер бар да, тергөөнүн келтирген мүчүнчүлөрү бар да, ошол текшерилбей калат да. Жактоочу айтып жаткан кол манжаларынын ииздери айтсак ар түрдүү адамдарга тиешеси бар чыгышы мүмкүн. Атап айтсак, мамлекеттик каттоо кызматына кайрылышып, болжол менен 6 башка кишиге таандык экенин биле алышкан. Ал гана эмес, манжалары окшош чыккан адамдардын тизмесинде экөөсү буга чейин адам өлтүрүү фактысы менен соттолгону ачыкталган. Бирок жактоочулардын айтымында аларды тергөө сураштырмыш болуп, телефондорунун кылмыш күнү жайгашкан жерлерин же күбөлөрдүн айткандарын текшерүүнү каалашпай, болгону жакындарын үйдө болчу деген сөздөрүнө ишенип эле тим болушкан. Ал эми кол манжа издери жок, жакыныраак жашаган балдарды күнөөлүү деп убактылуу камакка алышкан. Существует несколько было версий у следствия. Первое — это ограбление, медная проволока, она ушла. Потом было ограбление золотых украшений. Кстати, я сейчас еще раз скажу, что золотые украшения, мотив похищения золотых украшений не подтвердился в зале суда в ходе судебного следствия. То есть в материалах дела нет ни протокола, как признание вещественным доказательством шкатулки, которая была найдена, ее не запротоколировали. Описание и стоимость этих золотых украшений, она была описана по фотографиям из ноутбука потерпевшей, по показаниям потерпевшего, то есть супруга потерпевшей. Вот и все. То есть никакой комиссии экспертной оценки золотых украшений не было. И говорить о том, что похищены были золотые украшения, невозможно. Следующий момент. Версия была о том, что она занималась, одна из потерпевших, магией. Тоже не отработана. Следующая версия. Именно недвижимость. У потерпевших есть три недвижимости, которые в материалах дела есть. Одна из недвижимостей, она находится в России. И именно этот тоже вопрос никто не отрабатывает.
кому эта недвижимость отошла, что недвижимость отошла и прочее. И еще есть версия. Версия о том, что у одной из потерпевших был, значит, так молодой человек, который ее был, как бы, влюблен. Вот. И эта версия сейчас нами проверяется по адвокатскому расследованию. Сейчас я ее огласить не могу. Дагы бир версия оюнча, окуя болгон түнү, прокуратуралардын үйүнүн алдында шектүүнө таң аткыча тургандыгын көргөн күбөлөр бар. Бирок бул шектүүнүн дагы аягына чейин иликтеген киши болгон жок деп жактоочулар өздүк иликтөөсүн жүргүзүп, жакында алууна кимге таандык экенин аныктаганга аракет кылабыз дешүүдө. Трое свидетелей подтверждают, что с 9, с 21:40 23 числа поезд до 7:30-24 там присутствовала машина марки Toyota Corolla Versa. Цвета серебро, и даже она была, в принципе, не отключена. То есть она была заведена, машина. И свидетели это показывают. Это по запросу следователя они получают, что владельцами этой машины было 65 человек. Но ни по одному же из 65 лиц не было проведено соответствующее следствие, где находились эти лица. В этот момент. Буга улай эле, үч адамдын өлүгүн тапкан ушул эле үйдө оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жүргөн жумушчуларды текшерүүгө алышкан эместей. Жактоочулардын айтымында алгач кылмыш болгон жерде канга боелгон ошол эле жумушчулардын балкасы менен биринин баш кийими табылып, кийин бирок кылмыш ишине тиркелбей, дали катарда катталбаганы кызык суроо болуп жатат. Ал гана эмес, бул жумушчулардын бири үй кожойкелерин жансыз денелерин тапкан соң кошуна үйгө чуркап барып даратканасына чөнтөк телефонун симкасын таштап салганы бир нерсе жашыргандай дешет. Жактоочу На месте происшествия не найдено ни одного предмета, принадлежащего нашим подзащитным. Раз. На месте происшествия найдены другие предметы. Первое. Кепка, которая принадлежит рабочим, которые работали у них накануне. И он это признает. Она вся в крови. Найден молоток, инструмент, который в форме клинка. При допросе эксперта четко он сказал, что возможно, наносились этим предметом. Почему? Потому что тяпка, которую они пытались натянуть как вещдок, она после судебной биологии не прошла, там нет этих остатков крови. Далее, и они не изъялись и не признаны вещдоками. Понимаете? И кепка, и молоток не признаны. То есть, далее, что касается... Нет. Их нет. Нет, кепка есть в материалах дела, а молотка нет, не признаны вещдоком. И эти рабочие тоже не были допрошены? Да? Они были допрошены. Они говорят, что да, это молоток мне принадлежал, но он не знает, что с ним дальше случится. Но когда я его допрашивала до суда, когда, помните, я вам говорила, что его, собственно, адвокатское расследование проводила, и я с ними встречалась, и он говорит, что этот молоток у него изъяли, но ему не вернули следователи. Этот молоток ему так и не вернули. Более того, у одного из рабочих найдена сим-карта в соседнем туалете соседнего двора утром на следующий день. Спрашивает, за что он делал, зачем он выбросил, зачем он... Он говорит на суде, что он менял эту сим-карту в туалете соседнего двора. Для чего менял? И я, когда ходатайство выдвинула проверить именно его сим-карту, почему? Потому что по схемам передвижения именно их, они говорят, что они находились дома, а по схемам передвижения они находили оба в 3 часа в Новопокровке по локализации базовых станций. То есть они лгут на суде. Киркшолк айылында 2016 жылы орын алган кандуу окуянын жыйынтыгы мынтип бүгүнкү күнгө чейин тактап айтсак 2 жыл аралыгында да чыкпай келет. Айыптоочулар 6 баланы алардын кызыктуу жагдайларда алынган көргөзмөлөрдүн негизинде эркинен ажыратуу менен алек болушса, жактоочулар улам бир далилди таап, башка да шектүүлөр болушу мүмкүнбү деп кээде тергөөчүнүн да ролун аткарып жатышкандай. Журналисттик иликтөөнүн бул чыгарылышы жактоочулардын иликтөөсү туурасында болду жана акыркылары бул кылмыш боюнча анык күнөөлүүлөр жооп бериш үчүн бардык жагдайлар эске алынып, бардык шектүүлөр текшерилип чыгуусун көздөшүүдө. Ал эми НТС каналы бул окуяга мындан ары да көз салып, күнөөкөрлөр аныкталган соң дагы бир ирет чагылдырмакчы.